Спасибо, Пелагея. Я вспоминаю, на нашем проекте были замечательные исполнители. И я хотел бы на эту сцену сейчас пригласить финалиста нашей программы. Да, я «Голос 60». Да, да. Евгений Стругальский. Евгений Стругальский, ребята, инженер-механик, 81 год всего-навсего. Да, вот он, красавец. Женя, можно я буду так называть? У тебя была такая прекрасная шляпа. Но я думаю, так ты выглядишь еще импозантнее. Давайте мы споем вместе с вами еще одну такую фольклорную народную песню. «Крутится, вертится, шар голубой». Вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Как же мне быть, мне эту барышню не разлюбить? В сердце огнем разгорается страсть, барышню, видно, придется украсть. В сердце огнем разгорается страсть, барышню, видно, придется украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. Шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Я очень надеюсь, что мы с ним на «Голосе» после 100 обязательно увидимся. Поздравляю вас с днем рождения. И спасибо вам за ту сказку, которую вы мне подарили. Спасибо. Спасибо.